Надеюсь, здесь сейчас не будет никакой подставки. Нет, стреляй, стреляй! Нет, нет, я лег. Привет! Добро пожаловать в PUBG Mobile! Сегодня я устроил челлендж вместе с Марти. Кто последний останется в живых, тот получит 25 тысяч рублей. Ну а также я хотел бы вам рассказать про новый Royal Pass 17 сезона. Royal Pass – основной способ получения наград в игре. Вы выполняете миссии, получаете очки RP, а за них крутые награды. В новом 17 сезоне миссии стали проще, а RP очков дается больше. Также вы получаете дополнительные награды просто за время, проведенное в игре. Тема 17 сезона — сила рун. В Royal Pass вы можете получить крутые тематические скины на персонажей, а также на УЗИ и М16А4. Покупая очки RP за местную игровую валюту — ЮЦЕ, вы можете вернуть часть потраченных ЮЦЕ назад. В игре вы получаете значки метра и можете получить за них крутые награды в приключении. Скачивайте PUBG Mobile по ссылке в описании и становитесь лучшими игроками. Йоу, всем привет! Неожиданно я не прочь заработать бабосики. Суть челленджа. Мы играем в PUBG Mobile с напарниками, но мы не можем друг друга поднимать. Кто последний из нас останется в живых, тот и побеждает. Так, тут появились какие-то руны, и какую мне выбрать? Смотри, я обычно выбираю руну ветра, потому что у меня есть укрытие от ветра, которое снижает получаемый урон, а также есть ускорение. Ты можешь взять руну пламени. Создает огненное колесо, катящееся вперед. Знаешь, я не буду выбирать то, что у тебя. Я возьму руну пламени, чтобы была какая-то противоположность между нами. Мы же все-таки соревнуемся. Да-да-да. У тебя также есть зажигательные патроны. Это тоже очень полезная штука. А также есть руна холода, которая создает ледяную стену и замораживающие патроны. Ну что ж, Марти, у нас будет с тобой два тиммейта. Но мы с тобой должны держаться подальше от тиммейтов. Хотя я не знаю, какую тактику ты выберешь. О, все, мы полетели. Так, мы сейчас летим за лидером. Куда летит лидер, туда и мы. Приятной посадочки, так сказать. И хорошего выживания. Ну а тебе наоборот, потому что я хочу заработать денежки. Ну это мы еще с тобой посмотрим, кто из нас останется в живых. Слушай, знаешь, что я предлагаю сделать? Ты двигаешься с одним тиммейтом, я с другим. О, 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 у нас есть машина. Подожди, это у вас есть машина. Давай, давай, газуй. Где мой тиммейт? Удачи! Где мой тиммейт? Удачи! Ну все, я остался один. Ладно, пойду в домик, найду оружие. Кстати, твой тиммейт прямо возле нас. Просто шикарно. Я бегу лутаться. Марти, ты уже нашел себе оружие? У меня есть граната. И ко мне кто-то приехал. А ты что, в доме находишься? Да. А что такое? О, я сейчас приеду, походу, к тебе. Потому что тиммейт берет и везет к тебе. Зачем? Не знаю. Видимо, чтобы я тебя взорвал. Так, ладно, все, я полутался. Я ухожу отсюда. Тут так много домов, и я не знаю, мне вылазить или нет. Потому что тиммейт пока меня везет куда-то. О, я нашел эмочку! Да-да-да-да-да-да-да-да-да! Шикарно! Ладно, лутаемся, я тоже что-то найду. Так, патроны. О, пистолет! Он забрал пистолет! Ну, ё-моё! Это обида просто. Слушай, мы находимся не в зоне. В этом есть большая проблема. Я вижу врагов, я вижу врагов. Они едут в вашу сторону! Подожди меня. О, оружие, оружие, оружие. Ебой, у меня есть оружие. Дружище, к тебе там едут враги, поэтому сочувствую тебе, сочувствую. Блин, надеюсь, здесь есть еще какой-то лут. Я дошел до каких-то зданий. Окей, так, отлично. У меня есть второе оружие, если что, УЗИшка. Уже? Да, у меня два... Откуда? Я понимаю, мне нельзя умирать. Давай, 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 газуй. Фу, я уехал. Вот это экшон, вот это экшон. Hello, amigo, я возле вас, я приехал. Нифига себе, вы себе территорию здесь выбрали. А, я вижу тебя. Йоу, здорово, получай выстрел. Это ты выстрелил? Ты что, офигел? Да, испугался. На, держи. О, костюмчик какой-то. Неплохо, неплохо. Ладно, я его надел. Ладно, слушай, вы не в зоне находитесь. Это на самом-то деле хорошо, поэтому я сейчас поставлю точку до школы. Марти, 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 там слева мотоцикл, можешь его забрать, если хочешь. О-о-о, да. Или ладно, машину. Ладно, я пошутил. Смотри, тут, кстати, много я пошутил. А ну-ка не иди к моему мотоциклу. Все, я иду. Так, ну что, отправимся с тобой в тыл врага? Давай. Да! Я его вырубил, чувака! Найс! Да ладно! Да-да-да, все, я его добиваю. Слушай, если он сюда пришел, значит, где-то здесь рядом тиммейты его! 100%, ладно. Так-так-так-так-так, что у него по луту? Оу! Сколько же здесь лута! О май гад! Все, я еду к тебе. Я услышал лут, и мне нравится это слово. А, все, я уже все, если что, собрал. Так, все, ладно, я выбью энергетик на всякий случай. 53 игрока осталось в живых. Ну ладно, Марти. Как говорится, удачи. Что ладно, Марти, что ладно, Марти, давай.
Отлично, меня. Новенькая тачка. Оу-е. Так, подожди, камон. На самом деле, мне даже будет большой плюс, если ты поедешь сейчас со мной. Я кину машину прямо в тыл врага вместе с тобой. Я выпрыгну. Я буду отстреливаться. Будет он отстреливаться. Ну да, ну да. Если я случайно тебе в голову выстрелю, это, ну, случайно. Сразу извини, конечно. Бывает такое. Но это против правил. О, это этот знаменитый мост. Да, 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 да. Надеюсь, здесь сейчас не будет никакой подстав. Нет, стреляй, стреляй. Нет, я лег. Нас убили одновременно. Камон. Погнали next катку. Next катка. Марти, играть с тиммейтами плохая идея, поэтому будем играть вдвоем. Это будет опасней. Это будет намного опасней, Марти. В починке летим. Направляй, потому что ты меня направляешь. Ну а дальше, когда спустимся, каждый сам за себя как бы. Можешь не звать меня на помощь. Какой ты плохой. В смысле не звать? Я буду звать, а потом подставлять тебя. Гениально. Слушай, с нами много людей вообще летит? Ну, вроде не особо. Все, вот починки. Приземляйся, короче, выбирай дом, в который я не буду лететь. То есть в какой-нибудь другой от меня, чтобы мы быстро залутались и на равных играли. Ой-ой, я вижу уже типка одного. Где? Да, слева там был. Давай, забегай внутрь дома. Опа, лут. Сколько лута? О, да, бронежилетик. У меня УЗИшка уже есть. Отлично. Так, у меня есть какая-то винтовка. Так, шлем надену. О, сковородка, то, что нужно. Сковородка блокирует выстрелы, кстати говоря. Да? Да, это мем. Ладно, я уверен, что мы здесь не одни. Марти, по тебе стреляют, да? Да. Есть, я убил, кажется. Вырубил. Вырубил. Так, тут, значит, есть кто-то еще. Я бы на твоем месте добил бы его. Молодца. Добил. Ой. Красавчик. Я вижу еще одного типа. Сейчас убью типа. Да, я убил его. Я убил другого. Что вообще происходит? Я не понимаю. Фу, нормас раскидали, Марти. Нормас раскидали. И почему-то мы оба живы. Это очень странно. Мы оба живы. Это хорошо. О, вижу. Нет, перезарядка! Я убил. Кого ты еще убил? Я не понимаю, что происходит, чувак? Что происходит? Использую руку. Давай! Я убил! Нет, это я положил! Я убил его! Стой! Я вижу еще одного. А, вон он. Стреляй! Да, вырубили! Ты убил. А, перезарядка! Нельзя дать ему подняться! Да, убил! Стоп, тут кто-то еще стрелял! Кто еще, господи? Давай спрячемся! Не-не-не, чувак, каждый сам за себя, мне все равно. Слушай, нормально мы всех так раскидали? О, кто-то стреляет! Он лег. Он умер. А что будет, если мы займем топ-1? О, кстати, не знаю, подожди. Это будет считаться как ничья? Я не знаю. Мы разделим выигрыш. Это как мы разделим выигрыш, я не понимаю. А, кстати, да, подожди. Так, что там, есть кто-нибудь вдалеке? Пока что я никого не вижу вообще. Да, вырубил! На, получай, третье убийство! Седьмое убийство, я еще одного убил. Да что происходит, как ты это делаешь? Машина едет. Стой, где машина? Она в сторону зоны едет. Так, ладно, у меня 3 убийства, это просто шикарно. Ну еще чуть-чуть и меня догонишь. Давай так, в конце выиграет тот, у кого будет больше убийств. Просто если мы дойдем вдвоем до топ-1, это будет нечестно. Ладно, давай и так. Я как бы сюда пришел за выигрышем, понимаешь? Ну все, я отправляюсь за фрагами. Давай точку поставлю до Ясной Поляны и пойдем туда. Нет, меня стреляют. Я вижу его. Я вижу! Я убил! Нет! О да, бэйби! В горах 2 игрока. Я вижу, но я не могу попасть. Я убил! Да хорош! Да нет! Да ты засилил мой килл! Он должен был быть мой! Самое прикольное, что они отвлеклись на тебя и стояли передо мной просто вот стрелять не хочу. Я не мог не стрелять. Все, иди первый. Привет, как там? Давай, иди первый. Давай. Кстати, я знаю, как я сделаю больше фрагов. Ускорение! Руна ветра! Точно! Ё-моё, я тоже теперь так могу. Нет. Блинский, ну как мне от тебя избавиться, я не понимаю. 40 игроков еще. Так что у меня есть еще все шансы. Ой, открытая местность, опасно, конечно. Плюбасу кто-то на машине добрался до Ясной Поляны. Я в этом уверен. Там точно нас должны ждать другие чуваки. Ну, до 100%. Все же в центре. Даже не думайте за мной. Я не иду. Да, убил! Что? Где он был? Вот так вот. О, бронежилет.
Шикарно. Теперь я менее уязвим. Где угодно может быть. Ой, стой, кто это? Подожди, нет, показалось. Каждый куст это кто-то. Каждый куст это кто-то. Где? Где он? Ого, ты убил! Ничего, сколько у тебя кило, говоришь? Уже 5, у тебя сколько? 8? 10? Ну, у меня есть еще шансы. Слушай, они же, наверное, сзади сейчас все пойдут. Ладно, я иду на точку. Мало ли, что ты там делаешь, ты уж далеко вообще. 17 игроков осталось. Стремно, конечно. Знаешь что, Марти? Их там двое сразу! О, да! Да-д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 а! Я слышу выстрелы, но где-то далеко. Убил! Убил! Чё? Убил! Найс! Почему мне никто не попадается? Камон! А, стоп, ты не в зоне, Марти! В смысле не в зоне? Ты очень далеко от зоны, я ближе! А, нет, стоп, мы с тобой на равных плюс-минус, у меня аж плюс ускорение есть. Нет, стой! Я убил одного, но тут еще один. Надеюсь, тебя сейчас вырубят. Нет, нет, не говори таких. Да, тебя сейчас вырубят, тебя вырубят. Тебя сейчас убьют. Убьют, тебя убьют. Стой, я убью его. Я его убил. 12-е убийство. Ладно, знаешь, когда мы останемся против другой команды, я тебе помогать не буду. А ты мне что думаешь, помогаешь? Я тут сам батя. Че, Марта, тебя подхватить? А ты на машине? Да. Давай. Хотя, да ладно, я пошутил. Да, получай. Ты слишком далеко уехал. Вижу, вижу, вижу. Я его задавлю. Да ладно. На, да. Нет, машина едет. Машина. У меня патроны закончились. Меня вырубили. Вырубили. Удачи. Ладно, я его задавлю. Их двое. Один за машиной. Они рядом. Нет. Меня убили. Нет. Мы не заняли топ-1, но я умер последний! В смысле? Я умер последний, Марти, это означает, что ты должен мне 25 тысяч! Да! Какого фига? Да! Это было изи, понимаешь, неважно, сколько ты сделал убийц, самое главное, как ты выживаешь. Я не буду с тебя ничего брать, потому что реально ты меня спас. Ты меня реально спас в нескольких моментах, поэтому, Марти. Это несмотря на то, что я себя так плохо вел, троллил тебе всю игру, да? Все нормально, как бы, ты меня спас, да, я за счет этого продержался намного дольше, поэтому я считаю, что это честная ничья. Окей, чуваки, на этом мой ролик подходит к концу. Скачивайте PUBG Mobile по ссылке в описании под этим видео, занимайте свой топ-1 и, конечно же, не забывайте про Royal Pass. Также не забывайте ставить лайки под этим видео. Давайте попробуем с вами собрать 40 тысяч лайков. Это будет нереально круто. А также не забывайте подписываться на канал Марти. Ссылка будет в описании под этим видео. Увидимся с вами в следующих видео. Всем адьос!